Быстренько его сманем и начнем. Кумихо, дышка. Отдаст катушку, да и все, что вы тоже. Дайте ему баб сразу быстро. Это можно будет рольнуть талик на хэпала. Курился, блядь. В натуре. За 20 тысяч голд, на. Да пиздец, блядь. Я в натуре говорю, у меня был, кстати, хэпал с таликом, блядь. Раньше. Каску дай по локу. Что? Каску по локу дай. Ты был убил печатью порчи, и он прокол от нее? Или что? Талик зеры, шаришь? Меня слышно? Да. Так. А вы как, просто убиваете или с ачивками? По-гейски убиваете. Давайте, пуляйте. Подождите, пока танки пульнут. Да не ждите нахуй, вырывайтесь. Ну сейчас как обычно будет, всякие укусы на танках. Блин, да РДДшники, центр можешь освободить? Шаман левее чуть-чуть сместись. Вы видите жужжу его. Как вам такое? Беги, малышка, беги! Ставьте Виталику, пожалуйста.
Давление. Мы встали в центре в одну толпу. Как гомики, да? Ну капец. Бля, какая-то хуйня, второй раз, ну, за второй день подряд на лайне такие фризы ловлю, блядь, не понимаю, что за хуйня, блядь. Фу, и кстати, давно этот самый бабл скидывает укус или нет? Скидывает. Ну да, я уже понял, что скидывает, я спросил давно, блядь. Блядь, я проебал, не взял квест, блядь. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Чё стоим, смотрим? Надо, наверное, вперед идти, бить трэш. Сюда ждем. Сюда, и мы вам поможем. У меня печать у Тарико. Умрите! Теперь меня ничто не спасет. Продолжайте сражаться, братья! Давайте нас еще заодно забить. Вот, у тебя есть за весь инст этот самый урон? Я там по любасу первый, блядь. Все трэши бью, нигде не в кашу, блядь, все тащу, блядь. Хризи первый. Ты там сам попадал на трэш два раза. Что-что?
Ну, при том, грызи, говорю, на первом месте, при том, то, что он падал два раза на трэш. Это вар. У меня вот профа есть. Однако Ретекам тоже нелегко на втором месте быть. Кто-то смотрел «Проклятие монахини»? Гамно. Люблю ужастики. Ой, знаешь, какой фильм посмотри? «Зеленую книгу». Блядь, это опять про пидоров. Да не-не-не, нормально. Как фильм называется? «Зеленая книга». Про чё? «Горбатая игра». Фильм «Один плюс один», похоже. Сценарий. Я посмотрел это. Темная башня фильм. Я этот фильм Темная башня, блядь. Так, такой мусор, блядь. Такая помойка, честное слово, блядь. Блин, этот фильм мне напоминает танкование нашего ДК танка. Это обидчиво. Бой висит. Да похуй, висит и висит. Эх. Так, найди. Мизантроп, есть хил? А, есть. Давай, вердро. Похилишь валик, рейд. Три шамана, четыре шамана. Короче, все хилов. Полипалов так. Шаман их улипал на вальке. Если мизантроп соло рейд захилишь, то Димас можешь летать. Или наоборот. Так, залейте ману мизантроп. Короче, еды нету, я так понял. Магов нет в рейде. Давайте пуляем тогда. Выстоять, да? МРК, говорите, я просто альта больше. Да не, просто они, ну, стоят, ну, спекнулся, стоит, не ест ничего, значит не надо. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исход. Залечите мои раны. Ты там в склепе просто вторым окном. Чё, в оба твиде решили остаться? Никто из вас полетать не хочет в портал? Только трое летает. Вы стоите просто так. Давай, или Димас, или Мизантроп кто-то. Открыла
Паладин, дайте мою агу. Верните меня, пожалуйста. Да не, полез. Да Берни, войд, блядь. Вдруг кто важный будет. Ты охуел, а если не важный, то может быть. Важнее меня, блядь, да, блядь, да даже Трамп не важнее меня, блядь, ёбана в рот, блядь. Кто? Трамп, блядь, ёпта, блядь. Трамп, да, Трамп вообще хуйня. Дай Путин вас, блядь, против меня шпана дворовая, блядь. По-любому. Только я вам важнее, да? Да, 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 блядь. Да, даже Кадыров и тот уёбок, блядь, против меня, сынуля, блядь. Рамзуха, блядь. Только почему-то у тебя глоска вот яйца во рту. Да, да. Чё-то у тебя глоска, да, наверное. Да, 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 конечно, блядь. Я же не Рамзан Кадыров, который хуярит свинину ночью, когда Аллах не видит, блядь. Всё, им можно. Ай, Рамзану похуй. Рамзан за Господа и рай ебашит на цвай, бля, ему похую. Вообще похуй, кто это? Кто это такой вообще? Сосед мой. Мусульманин какой-то. Не, я спросил тоже. Ладно, вас портал и Геру. О, тут в склепе танчит поп. Это, короче, тот, кому платит вся рашка. Хуяшка. Я не плачу никому. Давайте, 10% хилить осталось, еще можем не успеть. Пытаемся захилить. Кидай стерим. Да. Порезай меня теперь по-бырому. Топа. Ты повар, ты должен знать, блядь, сколько варите этот самый, блядь, на буряк, блядь, на борщ. Чё варите? Буряк на борщ. Чё такое буряк? Свекла. Свекла минут 40. Мы вроде где уже идем 40 минут. Да, 2 часа. Да, ну ладно, сейчас выключу тогда свеклу. Ставлю каждый за себя. Лутаем боешки. Прикольный тут рейд в сад. Тут плейн рейды, джиперсы. Джерен тут в рейде. Что их вообще развелось, что там? Как этих? Как комару. Пан, ты сейчас приду. Они должны прорваться к Синдракосе! Скорей! Остановите их! Я релон и интернет, окей?
сундука притяните того урода. Я, короче, програю вару соревнования на чисто из-за борща, короче. Ура, хука. Как ты упал в это? Медали, как ты упал? Куда? Да все не знают. Пока трэш, я отойду. Походу один хрен на 73 кам матч или захилил, хотя бы вряд ли. Он шутил, короче. Вести трэш. Кашну минуту. Минуту. Не дай минуту.
Опять дракона сорвал, блядь. Палы бафните, посея фулл баф, пожалуйста. Паладины. Дайте посея кулак, крест. Нет. Ну то ты можно. Дайте фулл баф, пожалуйста, пристабаф, лапу, инту. Обнови каста, 2 минуты висит. А 2 минуты осталось. Ну хватит, нет вам. Ну только что резал, блин. Что профитнее, это в моем состоянии, тут форшмот поставить или так же оставить, или только грудак поменять? У меня хп убавляется там, заметно сильно. Да похуй. Так, значит. Чекну. Интинер кто-то по войду. Спускаем. Зачем вы сюда явились? Как поставили хорошо. К сожалению, не могу быть ДК танка. Плохой танк.
Беги, малышка, беги! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Всяко разное это критиковал его. Может, он не знает просто. Танк в глыбе, танк в глыбе. Пал не успел поймать, Оксана, не. Я постоял. Можно нахуй либало пару леталик? Нет, ты что? А тебе чё, на мейн спек? Да, много людей как мейн. Я же так нихуя не ролил на себя. Ты ролишь тупо каждую шмотку. Ридом. Танка. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Ридом, ридом. На второй притяжке ты наводил. Теперь бессильно!
Она села. Вот, Талик, боюсь. Так, Талик, а у меня он есть? Нет? А что с Роллиса? Фак. Орегано, вин 95. Чисто что мнение, да, да, такой, да? Я тебе запомню. Сука. Чел, короче, сегодня ночью апнулся, забрал Тарик катушку. Неплохо. Да, давай как другой, блин. Ладно, фиг с вами, блин. Пало по себе каску бахните. А чё мы как колчатовцы встали тут? Мы же обычно вот так стоим. На твою милость, Фордринг, мы даруем тебе быстро... Ко мне чё, тогда он там вставать? Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ну, ты чё, ближе к этой фигне стали. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Поставьте на лед.
Быстро диспелите. Хорошие ребята. Говорил. Там прокнул. Снести, да, МК? Дайте пристабав, каску, лапу. Касочку еще помогаем, дайте, пожалуйста. Тёбок. Кану, дай каску помогаем. А профил нарочно бегал между кол. Вел на меня, увидел, что я развернул в другую сторону на фигу. Кануб, дай каску помогу. Кому? Кануб, кануб. Тот самый кануб, тот. Спасибо. Сейчас ты меня что просил? Сейчас сказали звезду ли че поставить? Каждый рейд, каждый по-разному будет. Пошли его нахуй. Ну что он на тебе думает, блядь, ты его защищал, блядь. А может неправильно понимаю. С искоренения будет. Хант на скиле. Надо ключу на это играть. Я говорил, ДК мы бить не можем, блядь, к сожалению. А что мне делать? О, Филиппец не знает, что делать в комнате. Мы об этом убедились. Сегодня ночью.
Да не, ничего там не надо делать. Вдох мне там просто и нормально будет. Хранизающий ветер. Может рост? Вот. Ледяная скорбь жаждет крови. Я ничего не хочу сказать, знает там ДК, не знает, кто там, как говорит, привычно, непривычно, тактика, хуяктика, это все говно. Блять, хуево так получается, что мы оскорбляем друг друга в рейдах, там, Коноп, там, и так далее, блять, Копар, там, приходит всех пидорами называет. Это все охуенно. Просто, на будущее ДК, если ты ходишь в рейды, то удосужься хотя бы раз открыть в интернете тактику, прочитать, что и почему РЛы говорят в рейдах, чтобы ты понимал, почему одни говорят так, а другие так? Потому что говорят, что ты пидор. Блять, понятно. Не слушай это. Я приношу, приношу извинения, вот, ну блять. Просто, чтобы быть таким человеком, которого не обзывали бы там и брали в рейд, и не говорили ему, ты так там делаешь, плохо, неплохо, там нахуй. Нужно просто побольше узнать про то, куда ты ходишь. А, и еще. Сейчас, секундочку, внимание. Тебе говорят, 1+1 = 2. Ты приходишь на следующий урок, тебе говорят, сука, логарифм десятичный, 15x, котангенс, ебать, бисектриса, пошел нахуй. Свет, даруй мне последнее благословение. А, ты даже 11 лет играешь, 9 танчишь. Где, на этом сервере? Могли бы вайпнуться, просто я не понимаю твоей логики, почему ты стоял в зиме, ты так много танчишь, столько у тебя опыта, но ты творишь хуйню, ты это делаешь, блять, для кого-то, ты снимаешь видео, блять, смешное или что? Зачем ты нам это делаешь? Ты стоишь в зиме, миликом надо бить. Потому что танк близко. Какой танк, нахуй? Ему сало дало бы. Да и хуй на этого попало, блядь, ты понимаешь это или нет? Скажи ему, пошел нахуй отсюда, пидор. Чё ты не можешь так сказать? Из-за того, что ты побеспокоился о попале, блядь, которому ты можешь свободно в РК сказать, заебал, отойди нахуй. Ты получил, блядь, мои бесконечные разговоры, блядь, с тобой. Которые нахуй не нужны, мне, ни тебе, блядь, ни рейду. Вот я про то, что, чтобы избежать вот этого пиздежа, вот этой всей хуйни, просто делай нормально. Пусть будут виноваты... Нормально делай, нормально будет! Вот. И пусть будет виноват тот, нахуй, кто виноват. Кирилл упал? Нет, Теренаска изов. Кризис, давай. Сейчас будет что-то вы? Шо?
Тирена. Резко? Тише. Ну что вы, я не знаю, вы... Ну... Сука, я не суперкомпьютер, дайте я лутро сдам. Или вы можете 10 вещей одновременно делать? Я смотрю, как вы, блядь, в рейдах все долго это делаете. Канопа, он тебе нужен? На хулика? Ну, бля, у меня так-то нет успеха, я хулипала. Кому я теренас отдам? Ну, тебе на расту? Ну, типа, у меня, ну, мне на хулика так-то он нужен бы был. А, ты, ну, Каноп, передай кому-нибудь, на лучше перспективно. Вон, Даланиэль, передай, у нее там говно какое-то. Ну. Виталику не скоро будет хилить, а вот тому, кто хилит, лучше передай. Да. И вот этот Ринато. Ринато лучше передай, мы его выше 8. Пускаем, что-то будет за этот тренинг. Так он же ролит на НХ. А, точно на НХ, спасибо, что напомнил, я же тупой. Значит, Даланиэлю передай. Вот видишь как? Знаете, сука, мое доброе сердце, блядь. Да, конечно, будет. А чё у меня в рейде 10 пугов было, что ли, все ливанули? На ЕП, наверное. Чё ты передал, Даланиэль? Да, хули, нахуй. У меня нет успеха хулипала на этом пале. Меня, видишь, меня начинают, вот чё будет, нахуй. Я, сука, сбиваюсь, нахуй, отдаю капе, блядь, который ролит на распыл, нахуй, весь шмот, блядь. Понятно, все, Никитос, я тебе ИП дал. Так, кто еще на ИП? А то я сейчас начислю и хуй положу. Я Уфнуса, блин, начисляю на можно шамана. Сейчас накину.